Более 2500 пожаров, погибли 230 человек, из них 8 детей. Материальный ущерб – более 75 миллионов рублей. Это статистика за прошедший год, свидетельство того, что необходимо создать эффективную систему обеспечения пожарной безопасности на территории области. Как инструмент – региональная целевая программа. Ее разработали на ближайшие 6 лет и теперь обсуждают на заседании правительства. Основная цель этой программы – это создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности. Сказать, что если мы построим депо, а не обеспечим безопасность объектов социальной сферы, наверное, неправильно, так же, как и наоборот. Поэтому основная цель этой программы, чтобы все-таки она была принята и чтобы было финансирование. Показатели Саратовской области ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по стране. Однако есть моменты, над которыми предстоит усиленно поработать. Одним из важнейших показателей эффективности действий подразделений пожарной охраны является время оперативного реагирования. То есть с момента получения сообщения о пожаре до времени прибытия на пожар первого подразделения. Саратовская область, по данным показателю, при Приволжском федеральном округе, к сожалению, занимает 12 место. Есть норматив оперативного реагирования. 20 минут для сельской местности и 10 для города. Однако, как заявляют профильные чиновники, в области более 700 сельских населенных пунктов не имеют противопожарных служб. Эту и многие другие острые проблемы как раз и позволит решить новая целевая программа. Предусматривается и капитальное строительство. Предусматривается материально-техническое обеспечение подразделения пожарной охраны. Рассматривается решение проблем обеспечения пожарной безопасности социальной сферы, объектов образования, здравоохранения, соцразвития, спорта, культуры. Реализовывать программу планируют в 3 этапа. Финансироваться она будет как за счет федеральных, областных и муниципальных средств, так и за счет внебюджетных источников. Основная доля средств федеральная. Что касается областной составляющей, По ней цифры расписаны в пределах тех расчетных ассигнований, которые мы ждем. В свою очередь, глава региона заверяет, важно, чтобы в программе четко были обозначены основные задачи и прописаны все самые острые проблемы и пути их решения. Конечно, мы закладываем более 1 000 000 000 рублей на обеспечение противопожарной безопасности. Это очень большие средства. Мы, конечно, должны быть уверены, что в программе они расписаны эффективно. Чтобы результатом реализации программы и вложенных в нее средств была создана действительно эффективная система пожарной безопасности на территории региона.